на месте. Хорошо, мы приветствуем Евгения, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Евгения под ногами. 360 градусов. Начинает сканировать все 7 тонких тел Евгения. Находит все. Ну, у него бес, арахноид, синий дракон и спрут. Считай цифры над головой синего дракона. У него 2 головы. 2 головы? Давай 2. 3021. Угу. 846. Понятно. Бес. Считай цифры над головой. 8. Так, спрут, как долго ты находился в этом биополе? У меня есть такое ощущение, что ты самый старый из всех, кто присутствует в этом биополе. Это так? Спрут 24 года. Вот. Поэтому у него такая каша была в голове, что человеку тяжело концентрироваться. Да, Спрут? Ты там кашу в голове сделал, да? 24 года. Так, синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? 4 года. Арахноид, как долго ты находился? 3. И бес, как долго ты находился? 6 месяцев. Хорошо. Кто из присутствующих знает, есть ли порталы в квартире Евгения? Без знает. Хорошо, без. С портала без. Пришел. С портала ты пришел. Сколько ты, о скольких порталах ты знаешь в его квартире? О скольких тебе известно? Он говорит, что тут знает. Там входная дверь, портал, как проходной двор. Все понятно. Хорошо, Евгения, обращаю ваше внимание, вашу квартиру надо обязательно чистить. У вас открытые порталы в квартире, и через эти порталы каждый день будет приходить сущности. Квартиру можно каждый день тогда чистить без этих порталов, и, вернее, если они будут, точно так же и вас. Поэтому мы вам очень рекомендуем решить этот вопрос и обратиться к нам или к кому-нибудь угодно, чтобы закрыть эти порталы. Хорошо, Бия, за твою готовность помогать я тебе отдам сегодня лярвы. Скажи, где лярвы на биополе Евгения находятся? Позвоночник. Хорошо. Когда придет время, я тебе дам эту команду, и ты сможешь потом ее, после того, как все достанешь, забрать эту лярву. Хорошо. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка биополя Евгения по его волеизлиянию. Мы сейчас будем отдавать вам всю темную энергию, которую вы ему дали, забирать все чистые и светлые энергии. После этого я дам команду каждому выйти, вытащить все, что он оставил. После этого я провожу проверку 2 миллионами герц. Если кто-то меня обманет или что-то не уберет, он просто сгорит в этой клетке. Такое уже бывало. Поэтому рекомендую со мной кооперировать. И после того, как мы закончим, все, кто пройдут проверку, я буду отпускать на свою чистоту в первый раз. С запретом повторного вхождения. Все, кто повторно будет обнаружен, будет по воле излияния Евгения уничтожен в галактическом ядре. Всем понятно? Понятно всем. Отлично. Переходим к процедуре реверса. И я даю команду тонкой копии Евгения спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную энергию, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Евгению. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Бес, на какую эмоцию ты зашел 6 месяцев назад? Что это было? Это был алкоголь и грусть. Ты знаешь, бес, у нас на Земле есть даже такая картинка. Вот сидит такой грустный бес с бутылкой водки. И вот так вот смотрит. Вот теперь я понимаю этот смысл. Грусть и алкоголь – это же твоя чистота, правильно? Моя. Я понимаю. Ты делаешь свою работу. У меня к тебе сейчас вопросов нет. Так, а вот меня интересует синий дракон.
3021. Скажи-ка мне, синий дракон, с таким высоким уровнем осознанности, который со второй еще головой такой, 846 тоже, довольно развитая. Ты случайно, это не первородные, не ангельские энергии, на которые ты зашел? Обманывать меня бесполезно, я говорю тебе сразу. Он говорит, что это не в моих правилах говорить. Если ему нужно знать, он сам узнает. У тебя еще и правила есть? Есть, правила есть у всех. Ну, не знаю, я уже встречала драконов, в которых не было никаких правил. Реверс закончился. Хорошо. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Евгений забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли до последней капли, возвращает Евгений себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. Хорошо, на каком основании ты вошел в это биополе, синий дракон? Каким обманом ты зашел и на каком основании? Во сне зашел. Кем ты ему предстал? Дракон. Помощником. Ты предстал ему кем помощником? Духовного мира, ангелом, святым? Кем ты ему предстал, дракон? Умершим родственником. Умершим родственником. Понятно. Хорошо, Вера, наблюдаем за реверсом. От кого идет больше всего? Посмотри, пожалуйста. Спрута. 24 года. Спрут, что 24 года тебя держало в этом биополе? Ты можешь ответить? Спрут синхронизирован плотно с ним. Да я знаю. Связан. Я знаю. Энергии держали его. Угу. Энергии. То есть он хотел уйти, а энергии его держали, да? Вот эта история он мне сейчас рассказывает. Нет, он связан с ним. Никуда уйти он не хотел. Не хотел. Ну, хорошо. Голова, шея и плечи. Он плотно сидит. Понятно. Потомство есть твое биополе? Нет потомства. Инкубатор есть? Аманадин командовал. Угу. Понятно. У него щупальца опутало его сверху. Реверс закончился. Хорошо. Так, приступаем. Вот и начнем со спрута. Спрут, выходишь сейчас, отсасываешь всю свою жидкость, забираешь все, что ты оставил в его биополе, все свои чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, все, что ты оставил, вытаскиваешь, чтобы никакого генетического от тебя не осталось и следа. У него еще пальцы присоски. Он как держался за них. Да, понятно. Имя занято. Угу. Евгений. Там такая каша от него в голове за 24 года, я себе представляю. Он когда уберет это все, посмотришь, он наполовину будет пустой. Когда они все его уберут. А ну считай, Вера, сколько энергии сейчас у Евгения и какая частота вибрации на настоящий момент? 54,8. 8 Гц. Ну да, без 8 Гц. Ну, 8 Гц это что, на кладбище стоишь. Вот это вот 8 Гц. Спрут снял. Хорошо. Я прошу синего дракона выйти, вытащить все свои платы и подключки. Приступай. И доложить о готовности. Сердечные чакры снимает он. Угу. Горло Вишудху снимает. Плата у него. Провода. В глаза ничего не вставлял? Там спрут сидел. Понятно. Как они быстро между собой находят компромисс, ты посмотри. Все снял. Хорошо, Арахноид, я прошу тебя сейчас выйти, отсосать всю жидкость, забрать все, что ты оставил, все подключки, чтобы ничего не оставалось. Приступай и доложи о готовности к проверке. Это Арахноида потомство, живот. Там инкубатором поставил, да? Угу. Хорошо, вытаскивай инкубатор, потомство вытаскивай. Ничего не забывай, чтобы ничего не сгорело при проверке. Забрал. Хорошо, бес, я прошу тебя сейчас выйти и снять все, что ты оставил в его биополе. И покажи Вере, что там снимаешь. Носки у него. Носки, я вижу, носки, да.
И там еще. А на бедрах что он там установил? Качельки? Или только носки у него? Он говорит, нету ничего, только и зашел носочки одеть. Ой, я тебя прошу, бес, слушай. Знаешь, сколько я уже видел и истории слышал? Ты мне скажи следующее, бес, у тебя осталось там одеялки в его комнате, да? Наверняка, да? Осталось. Он показывает, как он спит с ним. Ну, в хорошо. И я сейчас жду, пока он закончит. Он снял. Хорошо, и я даю команду, на счет три открывается портал по часовой стрелке в дом Евгения, 1, 2, 3, и все эти одеялки вылетают, все, что на чистоте беса, все комочки, все красное, все, что находится на его чистоте, вылетает через этот портал, летит к нему в клетку, сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Говорит, что ты разбрасываешься, я бы и так собрал. Ты что, со мной хочешь второй раз встретиться, когда я в квартиру приду? Нет, не хочет. Ну вот поэтому давай сделай так, как я считаю нужным. Я тебе все вернул твое. Все вышло? Да. Закрываем портал. И без, давай, выходи сейчас, забирай, снимай лярвы, которые на теле остались. Ничего не забывай. Я по всему позвоночнику лярва. По всему позвоночнику. За столько лет... Я думаю, там все приложили свою руку. Спрут от давления. Конечно. Там прожил 24 года, ты представляешь? Хорошая лярва. Рад, что тебе нравится. Хорошо. Так, и я даю команду на счет 3. Начинается рассинхронизация энергии Евгения с энергией спрута, с энергией синего дракона, с энергией арахноида. Евгений остается только со своими энергиями, ни с кем не связан. У него руки связаны. Вот как. Бес, это твое? Нет. Хорошо. Так, разрезаю эти веревки. 1, 2, 3. И отправляю их в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Будем дальше потом разбираться. Тонкая нитка. Магия. Нитка. Хорошо. Привязать хотел кто-то. Сейчас найдем кто, что, и вернем все назад. Девушка Лена по молодости. А, девушка Лена. И девушку Лену притягиваем в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Ответственность за эту нитку притягивается и становится рядом с этой ниткой. Потом я пришел. Ее нету уже? Она умерла или что? Она забыла давно об этом. Хорошо, Лена. Вот эта нитка, которая там находится, вы знаете о ней? Помните? Вы магию сделали на человека. Говорят, что это детские шалости, школьные. Это еще со школы шло? Да. А вы после этого занимались этим? Нет. Смотрите, Лена, а то бы я на вас эту нитку сейчас одел бы, и вы бы очень себя некомфортно чувствовали остаток своей жизни. Поэтому никогда больше такого не делайте. Вам это понятно? Привязать его хотела. Даже не думала, что это сработает. Как видите, сработало, Лена. Как видите, сработало. И за это надо вам будет когда-то отвечать. За эти действия. Но я не думаю, что сегодня. Какой вы урон нанесли здоровью Евгению? Считай информацию, Вера. Оно мешало ему в жизни? Да, блоки были какие-то у него. Общение с... Противоположным полом, понятно, да. Лена. Видите, что вы наделали? Она опять говорит, я же вам говорю, это детский. Хорошо. Детские, не детские здесь роли не играют. Если вы ему такой нанесли урон, у меня ничего не остается, как дать команду и установить вам эту нитку на ваши руки. 1, 2, 3. На эти же места устанавливается нитка и Лене. Она говорит, не связывайте, пожалуйста, мне руки. Я попрошу прощения. Хорошо, развязывай руки, просите прощения у Евгения, если он вас простит. От всей души я прошу прощения. Давно забыла про это. Глупости сделала. Евгений, вы прощаете Елену? Он говорит, я не знаю, где мне это навредило.
Но раз это дело прошлого, я прощаю тебя. Просто уберите это от меня. Это мы уже убрали. Хорошо. Все, Елена, вам прощено. Сделайте выводы из этой ситуации. Он благодарит. Открывая под ниткой портал в галактическое ядро 1-2-3, оно улетает, нитка в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Рассинхронизация тоже закончилась. Хорошо, и открывая портал на частоте Лены 1-2-3, и оно уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Она говорит, благодарю вас, прощайте. Всего доброго. Готово. Хорошо, рассинхронизация закончилась. Я подхожу к Евгению, кладу руки на плечи и помогаю ему своей собственной энергией сделать импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Все отлетело? Да. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эти остатки каналов улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду сканеру на счет 3 начать контроль, проверку. Евгения просканируется, он сканируется еще раз. Мелкие наночастицы сжигаются на месте. Если что-то крупное будет найдено, загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Евгения, проводит проверку. Но у него на руках все-таки остались, как, знаешь, перетянутые такие места от этих ниток, и сканер, он... Как удаляет их. Хорошо. Очищает. Отлично. Чистый. Хорошо, все. Все прошли проверку. Буду отпускать. Я прошу, обращаясь ко всем присутствующим, больше не приходить в это биополе. Потому что если мы второй раз встретимся, ситуация может закончиться галактическим ядром. Чтобы этого не случилось, найдите себе новое место обитания. С этого момента мы будем человека проверять. Всем понятно? Да. Хорошо, мы закончили чистку. Евгений, как вы себя чувствуете? Привыкаю к высоким вибрациям. Отлично, хорошо. Сейчас будем приглашать вашего куратора. И я прошу, делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Евгения. Куратор или учитель Евгения, придите, пожалуйста, к нам в комнату диагностики. Но она как энергия пришла, то мужская, то женская энергия. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Евгения. Пожалуйста, представьтесь, кем мы имеем честь. Куратор. Как там обращаться к вам, уважаемый куратор? Михаил. Благодарю. Мы приветствуем куратора Михаила. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного Евгения, освободили его от интерферентов, и Евгений изъявил желание познакомиться со своим куратором и задать ему 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я попробую. Хорошо. Благодарю вас, уважаемый Михаил. Первый вопрос. Сколько негативной энергии я собрал за 36 лет жизни? 28%. Благодарю. Следующий вопрос. В 5 лет у бабушки в квартире я в окне из облаков, когда они собирались в образ, увидел Иисуса Христа. А в 19 лет он пришел ко мне во сне и сказал, пойдем со мной, там тебе будет лучше. Но я ответил, что мало пожил, на что он сказал, другой возможности у тебя может и не быть. Теперь вопрос, он как-то связан со мной или просто хотел защитить? А у меня вопрос другой, кто это был? Подходы были других миров. Я так и понял, потому что у него сидел, ну в пять лет, конечно, да, конечно. Подходы других темных миров, правильно? Космические это были или низковибрационные? Космические. Космические, да, они любят представляться святыми. Обычно драконы такие делают. Ладно, хорошо. Благодарю вас, уважаемый Михаил. Не будем зацикливаться на этом вопросе. Здесь все понятно, здесь были подходы. Третий вопрос. Меня не покидают мысли, что одного из кураторов зовут Элай. Если это правда, может, сущности так подшутили про имя, могу ли я связаться с ним или с другим, кто придет на сеанс, произнеся его имя? Это было бы очень удобно для меня.
Элай и Михаил очень созвучно. Все понятно. Поэтому я появляюсь энергией. Понятно. Значит, он... А дальше ты представляешь, как тебе близко, как ты слышишь. Просто это слово несет эту энергию. Совершенно верно. Мы знаем, да, там похожие буквы. Благодарю вас, уважаемый Михаил. Значит, он Михаил полней. Михаил полней. Но он говорит практически сейчас о вас, да? Можешь связываться со мной. Отлично. Следующий вопрос. На каком уровне находится мое высшее я? На 14. Это очень высокий, достаточно уровень развития души. Благодарю вас. Следующий вопрос. Я как будто постоянно хочу быть один. Это что-то из моих прошлых жизней? Или может быть вопрос, почему у меня такая тяга к одиночеству? Развитая душа. Мне не надо общество, все правильно. Это все нормально, я это хотел ему сказать. То есть это никакое не отклонение, правильно? Правильно. Благодарю вас, Михаил. Следующий вопрос. Ко мне идет такая информация, что в будущем я могу стать таким, каким-то волхвом, вроде бы какая-то духовная сущность. Что это за информация? Просто у меня немного есть способностей к яснослышанию. В связи с этим мой вопрос. Что это такое и правда ли это? Может, это энергетические паразиты так шутили надо мной? Я ждал этот вопрос, но он так и не последовал. Поэтому я хочу объяснить вначале, какая душа у тебя, чтобы ты понимал, кто ты есть. И все твои вопросы с этим связаны. Это первородная душа. Поэтому к тебе и были подходы, и они продолжаются. Создать эти чистые энергии хотят разные цивилизации. Поэтому, зная, кто ты можешь защищать себя и свои энергии. Вы мне объясните в этом месте, как ему защищать? Меркаба установлена. Меркаба установлена. Хорошо. Между Землей и космосом. И мы знаем, для первородных энергий, для первородных душ, это Меркаба очень сильно хорошо работает, как основная защита. Другим мы советуем выставлять изнутри кокон защитный, если это ангел или так далее, сжигать все эти энергии или другие планеты. Но у первородных Меркаба работает. Благодарю. Волхвы, они несут знания. Да. А ты несешь знания своей души. Нельзя стать кем-то, не зная, кто ты есть. Развивай свои способности и не забывай про Матушку-Землю. Я закончил. Благодарю вас. Волхвы – это хранители знаний Вселенной. Я правильно понимаю? Правильно. У нас просто куратор группы наш, Волхв, поэтому мы очень ценим этот высокий уровень и пытаемся дорасти до нашего учителя. Благодарю вас. Мы переходим к следующему вопросу. В последнее время я стал плохо слышать. Были боли в районе ушей. Диагностика дала немного, только прокапался 10 дней и немного помогло. Раньше было проще, смыли ушные пробки и все хорошо. Вопрос, это энергетические паразиты виноваты или это у меня болезнь какая-то? Там спрут сидел 2-4 года на голове с арахноидом. Паразиты виноваты, но ты сам должен смотреть за собой. Беречь свои энергии и даже лечиться ими, наполняя больные места. Для этого он должен визуализировать эти энергии и осознанно направлять их туда. Это я для Евгения говорю, если он этим еще не работал. Благодарю вас. Я продолжаю? Продолжай. Гипоплазия позвоночной артерии справа. И слабые сосуды верхних конечностей руки, варикоз. У меня вены на правой ноге, как у 80-летнего старика. Да и вообще, вегетососудистая дистанция и гипертония есть. Вопрос. Эти заболевания из каких-то ошибок с предыдущей жизни или это какие-то кармические узлы? Может быть, проклятие? Этот вопрос очень важен для меня. Когда другие люди радовались жизни, я мучился от головной боли и повышенного давления. Я смотрю опять на список интерферентов. Интерференты
сделали свое дело, но и ты не искал в нужном направлении. Ты должен понимать, что первородные энергии не зря находятся на Земле, и им нужно постоянно развиваться и двигаться к поиску того, зачем они пришли. Плюс помогать Земле, животным, растениям. Да, мы знаем, первородные души посылаются на Землю для глобальных таких вопросов. И им предстоит очень серьезная работа на Земле. Очень многим трудно с этими энергиями. Мы встречали очень много первородных душ. И все сталкивались с какими-то проблемами. Не только интерферентов, но и найти себя. Благодарю вас. Вы закончили, уважаемый Михаил? Я вас не перебил? Я закончил. Скажите, он может этими своими энергиями сейчас от этих болезней избавиться? Если научится гармонизировать их. Вот. Если научится их гармонизировать. Как гармонизировать энергии Евгению, мы показали в этом сеансе. Как заправляться энергиями, как ими гармонизироваться, как выставлять меркабу. Если он это все будет ежедневно практиковать, у него должно получиться избавиться от этого всего. Он сможет найти определенный баланс. Баланс. После которого болезни умирают, отмирают сами собой. Бывает и такое, я даже не слышал такого, болезни отмирают сами собой. Очень интересно. Благодарю вас. Они не дотягивают до этих энергий. Все понятно. Сгораются. Все понятно, Михаил, благодарю вас. И девятый вопрос. Хотелось бы узнать какое-нибудь значимое воплощение не в духовном мире. Какая это планета, кем я был? Ты всегда был и остаешься первородной душой, где бы ты ни воплощался. Но первородные души получают свой опыт, так же, как и другие души. На какой последней планете у него было значимое воплощение? Это другие формы измерения. А как мне это представить, эти другие измерения? Ну, кем он там был? Он же занимался чем-то. Энергией. А, он был энергией. А чем занимается энергия, чем занималась в том воплощении? У нее же тоже были какие-то задачи. Просто он эти вопросы нам задаст. Жизнь проходит по-другому. Есть определенные вибрации, связанные со звучанием. Душа очищается от этих вибраций. Цель души – достичь определенного уровня звучания и очиститься. Скажите, вот это звучание, я понимаю, вы сейчас идет речь о частоте. Это можно сравнить с этой частотой, которую, например, ангелы дают, когда вот этот хор ангельский, это частота тоже каких-то... Можно сравнить. Можно сравнить. Немного другое звучание. И понятно. Свет идет. Вот как. От вибрации. Чем выше вибрация, тем дальше идет свет. Благодарю вас, уважаемый Михаил. У меня остался последний вопрос. Как-то в моей комнате появилось что-то подобие экрана. Я подумал о кое-ком, а в нем недавно умершая моя знакомая, и у нас с ней был диалог. Рассказала, как погибла и так далее. Вопрос. Действительно есть у меня способности, или же это просто было моим воображением? Прочитай сначала вопрос. Он так пишет. Хорошо. Как-то в моей комнате появилось что-то наподобие экрана. Скобка открывается. Я подумала кое-ком. Скобка закрывается. А в нем... Подумала. Он подумал о ком-то, и этот человек появился. Он просто очень неудачно выразился. А в этом экране появилась недавно умершая его знакомая, и с которой он общался. Диалог у него был с ним. И она рассказала, что она погибла в дорожно-транспортном происшествии. Вопрос, действительно у него есть какие-то способности к этому, или же это просто у него была игра воображения? Способности и уровень души располагает к этому. Понятно. Значит, это не воображение. Уважаемый Михаил, мы закончили. У нас я вопрос... это не сказал. Я прошу прощения, да. Я сказал, что уровень души позволяет ясновидение, яснослышание и открывает разные возможности.
Так было это воображение или не было? В чем вопрос? Вопрос, есть ли у него способности или это он себе придумал? Я ответила, есть способности. Хорошо, я вот это и переспросил. Уважаемый Михаил, у меня больше нет вопросов. Мы все ответили. Если вы хотите что-то от себя еще добавить сейчас своему подопечному, это был бы самый лучший момент. Самое важное, я все сказал. Благодарю вас. Уважаемый Михаил, у нас есть добрая традиция в этой комнате диагностики. Я не знаю, если вы жили когда-то на Земле, возможно, если вы хотели бы увидеть, может быть, какие-то мыслеформы, которые вам были бы приятны, или мы могли бы вам преподнести корзину с самыми вкусными чистыми ягодами, которые остались на Земле. Верочка, эта корзина появляется в твоих руках. Покажи, пожалуйста, уважаемому Михаилу. Если ему это понравится, все цивилизации, даже первородные души у нас такое брали. Нам бы хотелось оставить... Приятная мыслеформа. Замечательно. Возьмите, пожалуйста, примите также нашу искреннюю энергию благодарности от Евгения, Веры и меня. Я благодарю вас за эту встречу. Я многое не договариваю, а это и не нужно. А зачем договаривать, если душе надо развиваться? Он должен сам понять многие вещи. Иначе вы все ответы расскажете, тогда будет неинтересно. Все правильно? Я хочу добавить, что у него есть знания и память, чтобы понять то, о чем я говорю. Благодарю вас, уважаемый Михаил, на этом месте. Я не говорю прощайте, я говорю всего доброго, до скорых встреч. Всего доброго вам. Благодарим вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Он ушел. Хорошо, Евгений, как вам встреча с вашим куратором? Вы все поняли? Он говорит, что это просто за гранью возможного. Вот перед вами еще очень большая работа лежит, но теперь, во всяком случае, вы хоть знаете, куда он идти. Он говорит, что я многое понял. Замечательно. Благодарю вас. Во благо. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Евгения в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. В него энергии влились прямо в его биоробот, и Меркаба установилась, энергии Земли и энергии космоса идут через него. Очень хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я на месте.